В Минске прошел рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам на призы митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха вся Беларуси. Конечно, большинство участников сегодня православные дети, и вы видели, значит, они ходят с крестиками, многие здесь, но также мусульмане. Именно эти соревнования сегодня показали нам, что и мусульмане, и христиане находятся рядышком, выступают и действительно помогают тем, кому нужна эта помощь. Соревнования собрали около 300 участников в возрасте от 7 до 30 лет. Мне очень понравились сегодняшние соревнования, и я бы хотела, чтобы такие почаще были. В прошлом году турнир был не такого размаха, но в этом году стало гораздо больше участников, и программа, ну, более интересная. Самое сложное сегодня было терпеть, когда меня в гард взяли. Дышать было трудно, шея придавила. Нужно было терпеть. Нельзя трусить, нельзя отступать. Это стимулирует тебя в будущей жизни. У тебя могут быть ситуации, где ты должен будешь проявить силу, характер. Сегодня я благодарил Бога за то, что выиграл. Это все по воле Божьей. Вступительные взносы спортсменов были направлены в поддержку психоневрологических интернатов Минска и Минской области. Конечно же, важно то, что мы что-то делаем для того, чтобы жизнь у этих детей стала лучше. После соревнований начался праздничный концерт. Главными зрителями стали воспитанники психоневрологических интернатов. Когда вы чувствуете, что житейские проблемы вас замучили, съездите в интернат, в Молодечно, в Червень, в Тарасики съездите, в Пуль съездите, посмотрите в эти глаза. Вам откроется небо, вы перестанете уже так быть зацикленными на земном. Поэтому сегодня такой большой праздник, возможность посмотреть в небесные глаза наших гостей, наших друзей из психоневрологических интернатов. Участие в торжестве принял старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко. Его 10-летний сын Александр также участвовал в турнире и занял первое место. Знаете, что турнир этот благотворительный был? Да. Да. А для кого собрались вот средства? Да, детей. Для детей больных. А важно помогать вообще вам? Да. А зачем? Чтобы людям было не только радость нам хорошо, приносить, но и всем, да. Хорошо, самому на душе лучше становится.